Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на очень интересный набор, новинка 2019 года от фирмы Revel. Такой вот корабль викингов. А чем он интересен? Тем, что он светится в темноте. Масштаб модели 1:50. В наборе 131 деталь. Размер корабля в длину 38,5 см, высота корабля 23,7 см. Также в набор входит кисть, краска флюоресцентная и клей. Клей с тонким носиком. Уровень сложности 3. Такая вот глянцевая красивая коробка. Здесь вот на картинке мы видим, как этот корабль должен у нас светиться, и литники. Также описание на разных языках. И на коробочке вот видно 2019 год. Сейчас распакуем и посмотрим сам набор. Как видите, литники запечатаны в целлофан. Инструкция, кисть приклеена скотчем. Такой вот тюбик клея 12,5 грамм. Парус. И такая вот коробочка. В ней находится специальная краска. Кому интересно, можете поставить на паузу и прочитать. Набор состоит из 4 литников. И сейчас начнем их рассматривать поподробнее. Первый литник. Здесь мы видим палубу, довольно хорошо здесь имитировано дерево. Смотрим поближе. Пластик черного цвета. Но самое интересное, что красить его не надо. После сборки, судя по инструкции, наносится на данный пластик флюоресцентная краска, и корабль в темноте должен светиться. Видим небольшой облой по краям весел. Ну, в принципе, это не критично, не страшно. Очень легко все обработается кончиком ножа. Деталей в наборе, как я и говорил, не сильно много. Поэтому собрать эту модель, я думаю, вообще не составит никакого труда. Два литника с половинками корпуса корабля. Здесь также очень хорошо имитирована фактура дерева. Все добротно отлито. Литнички повторяются, грубо говоря. Здесь элементы подставки, а здесь мачта. И четвертый литник, наверное, самый большой и самое большее количество деталей на нем. Здесь щиты. Опять же весла, табличка, петли для канатов, такая вот большая пластиковая деталь с парусом, фактура
ткань. Судя инструкции, здесь его надо будет еще вырезать. Декаль. Или наклейка даже. Опять же, видим Revel 2019 год. Такая вот голова викинга наклеивается на парус. Такая вот катушечка с нитками. Имитация тросов канатов. Сейчас посмотрим кисть. Кисть P20 номер 3 Revel. Ну, кисть довольно такая толстая. И рассмотрим саму инструкцию. Инструкция глянцевая, немного бликует. Есть даже русский язык, что очень радует. Здесь показано и рассказано, как надо пользоваться инструментом, красками, ножами, как переводить декали. Ну, это все, в принципе, понятно. Здесь указывается, что в наборе идет краска. Здесь показаны схематично литники, которые используются в наборе. Ну и сама инструкция по сборке. Склеиваем две половинки. Ждем небольшой промежуток времени. Здесь показывается, как крепить щиты. Здесь нам показано, что необходимо нанести краску на весла и на все остальное. Показывается, как надо вязать нитку, сколько сантиметров, какие размеры надо отрезать данной нитки. Вот, как и говорил, вырезается парус ножницами. Как видите, набор несложный. Надеюсь, справится даже ребенок от 8 лет и старше. Так что данный набор я могу порекомендовать как начинающим моделистам, молодым, так, в принципе, и опытным. Мне очень интересно будет собрать данный набор, нанести на него флуоресцентную краску. И даже просто поставить на полочку, если он действительно будет светиться в темноте, то, я думаю, модель корабля будет выглядеть очень красиво. Если вас, друзья, заинтересовал данный набор, ссылочка будет в описании под видео. Приобрести его можно в магазине «Я моделист». На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.